Всем привет! Меня зовут Ирина Чернейкина, я основательница студии «Вау Дом», и сегодня я расскажу вам про наш объект. Мы находимся в Москве, это оливковый дом, и это квартира площадью 90 квадратных метров. Мы полностью переделали планировку от застройщика и объединили пространство холла с пространством гостиной, поэтому эта зона получилась достаточно просторной. В гостиной мы разместили огромный телевизор 77 дюймов и биокамин. Мы старались функционально использовать каждый сантиметр, поэтому сделали здесь такую интересную скрытую постирочную. Пространство спальни выполнено в очень сдержанных серо-коричневых оттенках и напоминает пятизвездочный отель. В спальне мы пробили проем и установили огромные раздвижные двери, поэтому складывается ощущение, что за этими окнами есть терраса. Здесь получилось разместить полноценный рабочий кабинет с большим столом и лаунж-зоной. Детская тоже выполнена довольно в монохромной гамме, но в качестве акцента мы добавили вот такой интересный глубокий изумрудный цвет в текстиле. Итак, у нас здесь встроенный телевизор, он подключен к Apple TV, можно смотреть фотографии, слушать музыку или смотреть фильмы, и все это не выходя из собственной ванной.